Операция «Должник» продлится до 12 декабря. Напомню, неуплата штрафа в течение 60 дней влечет наложение еще одного штрафа в двукратном размере неоплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. По всем возникающим вопросам по уплате административных штрафов жители вправе обратиться в подразделение исполнения административного законодательства.